Алфия Мокшина занимается живописью около 7 лет. Она ни на день не останавливается в своем совершенствовании мастерства, посещает курсы и занятия профессиональных художников. Ее персональные выставки проходят в Москве, Владимире, и вот теперь воскресенские любители живописи смогут насладиться эстетикой совершенства. Тесный сплав таланта и любознательности подвигает ее к созданию великолепных произведений искусства. Когда мне исполнилась такая круглая дата, я начала писать картины. Мне очень понравилось. Я вдохнула жизнь какую-то новую. Посмотрела на шелест листьев, на шум дождя, на солнце, на небо красивое. И вот это вот все в пейзажах запечатлялось на моих картинах. Еще до начала мероприятия люди успели походить по залу, посмотреть выставку. И по восхищенным взглядам и одобрительным улыбкам было видно, что выставка всем понравилась. Вы знаете, впечатление очень приятное, потому что это, во-первых, очень самобытная работа. Ясно, что человек именно транслирует то, что чувствует, то, что видит, и то, что хочет сказать, но просто невербальными средствами. И картины очень декоративные, они замечательно будут смотреться в любом интерьере, на мой взгляд. Она неповторима, она индивидуальна, она не стесняется, ведь многие даже боятся, понимаете? Люди срисовывают или копируют из интернета или еще что-то. Алла, она находит себя и... Это очень, я горжусь ей, дружбой с ней, она как человек очень замечательный. На этой выставке под говорящим названием «Мир моими глазами» представлены работы в совершенно новом для художницы стиле. Это не просто живопись, это целая философия. Сегодня картины мои представлены в новой совершенно технике. Во-первых, исполнение холстов с эффектом 3D, с использованием паталии жидкой и сухой, и с использованием рельефной пасты. То есть мои картины даже можно потрогать. Цветочки как будто выпрыгивают с картины. В работах художницы был представлен целый мир во всем его многообразии. Буйно цветущая природа, задумчивые деревья, нежные цветы. Впрочем, каждый может увидеть в этих картинах что-то свое, сокровенное. Открытие выставки началось с прекрасных музыкальных произведений. И музыка, сестра живописи, внесла особую атмосферу в праздник и настроила пришедших на торжественный лад. Мир огромен и многолик, и в творчестве Алфии Мокшиной отражаются разные грани его красоты. В наш век зрители часто пытаются обмануть, выдавая за искусство нечто на самом деле далекое от него. Но сердце не обманешь, оно безошибочно отличает высокое от низкого, прекрасное от безобразного. И в каждом своем произведении Алфия Мокшина утверждает жизнь, радость и сердечное дружелюбное отношение к миру. Выставку «Мир моими глазами» вы можете увидеть в концертно-выставочном зале до конца октября. Руслан Полянин, новости из Искровект.